Добрый день, Д-класс. Я местный инженер, Фиксик. А почему вы не в камерах? А нам как-то разблокировали, мы не знаем. Ну, пойдемте, покажите мне, я починю их. О, да, я по красному свету вижу, что что-то не так. Нам нужно починить тут рычаг, чтобы это условие содержания восстановить. Вот он, рычаг. Ща. А отвалился, понимаете, ручка отвалилась. Ну, мне для этого паяльник нужен, нужно паяльник найти. Он в хэви-зоне. Не открывается. Ладно, я фиксик, сейчас все... Тихо. Давай быстрее, там какая-то... Я фиксик, сейчас починю, тихо. Постойте на стреме. Все, починил. Осторожно, не задавите меня, я важный сотрудник, инженер. Добрый день, научный сотрудник. Добрый день, коллега. Здравствуйте, здравствуйте. Я фиксик, местный инженер. Пришел ремонтировать тут все. Я фиксик, добрый день. Ой, блядь. ДЦП. Вверх, смотри, вверх. Он выше, блядь, он справа, наверху. Время того, блядь, нахуй ты меня воскресил. А что я сделаю, палец кому-то отгрызу? Я тебе палец отгрызу, скотина. Ебать, я ему ногу отгрыз. Молодец, молодец. Я под лапами у собаки прячусь. О! Я тебе ногу отгрызу. Что это, блядь? Что за мелкие зомби? Давай, плитка, мочи его. Иди нахуй, блядь. Две собаки бегут за одним человеком. Что за шутка, блядь, какая нахуй пылинка? Блядь, она тут. Где она, блядь, я не вижу. Хоть, блядь. Сука. Надо на него наступить как-нибудь. Может, поможет. Не нахуй. Непонятно, что это было, конечно. Ой, блядь. Опять эта мелкая штука. Блять, она кусучая, реально. Я комар, блять. Прям помогите, у меня тут комар летает. Сука, мразь, ушел. Я так понимаю, пылинку сдули. Не, пылинка жива. Ну, я не добил, блин, командира. Или кто там был, лейтенант, наверное. Печально. Ну, я ему ногу погрыз, так сказать, за пятку укусил. Скотина. Далеко не уйдет. Там две, кстати. Бля, зомби! Зомби! Нет, иди нахуй! Нет, нет, нет! Привет, Андрей! Ту-ту-ту-ту! Ну, здравствуй! Как у тебя дела? Даже не заметил! Отойди из этих речи! Ну, отойди, пожалуйста! Я даже не могу перезарядиться! Я сейчас нахуй со свеклу урубаюсь! Пожалуйста! Отвали! Отвали, соединяйтесь! Отвали! Ой! Пулеметом хуячий его, пулеметом! Нет! Пулеметом! Я не попадаю по ним! Да он уже под нами! У меня пулемет хуячий! Уходи! 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 Двери закрывай, двери! Эти ноги отгрызу! Ультралин! Нет! Ой, блядь, вот это маслину поймал нахуй, наплывало размером. Ай. Че, блядь? Ты мне нахуй чуть не задавил, мразь! Зомби, я по нему две. Вот он, вот он. Где он? Вот он. Ай! Ты долго не звоню, блин. Граната! Не надо! Я мышь! Фиксикс на зомбике. Вот он! Он на столе сидел, он меня укусил! Дейта, где дорога? Я, блин, не могу играть, если что, смешно, блин. Вот тут сорока, вот еще. Вот он! Истреби таракана! А блин, он где-то здесь! Я ноги отгрызу! Дави его, дави его! Он нашего завалил! Я его ногу отгрыз! А всех ты задолбал, уже хватит! Блин, где-то здесь я его видел! Охота на фиксик! Я по ним попал!
Ой, блядь! Его убило? Нет. Да не, наверное. Он в шкафу прячется? А вдруг попал? Я его видел. Он здесь. Вот он бегает, вот он бегает. Ну если бы он хотя бы не ворочился, это было бы легко. Вот он подо мной. Вот за мной бежит. Он убежал. Ты нахуй чужой просто, блядь. Что это? Мелкий зомби попал. А, блядь, какой я опытный попался. Принять перемирие, то мы убьем этого, это СЦП. Говорит командир. Блядь. Что? Блядь, боец, ты на хуя упал? А, ебать, глист, блядь, блоки надо. Вот и все. Вот так вот, бля. Просто на. А, блин. А хочу напомнить, что это видео снято на моих серверах по SCP-SL, так что если хотите попасть в ролики, то ссылки на сервера в описании. Также по промокоду PLINKA вы получите до 15% скидки на все донаты на нашем проекте. Чё-то у них опять сломалось. Я вас понял. Понятно, что сломалось. Бляди, какого хуя ты меня преследуешь вообще? Отъебись. Я тут спрячусь, и все, меня не найти. Ой, блядь. Пускай его съедят, и я останусь. Эй, ученый, мистер ученый. Ой, ебать. Я Фиксик, я пришел тут починить ваши все дела. Короче, возьми меня в руку и пойдем, указывай, что тут у вас сломалось. Давай, пошли. Куда, куда, веди меня. Первых, там открылась дверь. Я тоже понял, я там прятался от этого вашего сыра. Если что, я Фиксика опера ополномоченный, так что я могу тут открывать все двери. Мой контракт как бы подразумевает ремонт всего, включая сломанные лампочки. Я специально такой миниатюрный для того, чтобы пролазить во всякие технические, скажем так, отверстия и дырочки. Так, давайте я все сейчас сделаю. Так, значит... Блять, я достать не могу. Сука! Ну вы тыкните, пожалуйста, ну проблема такая, да, с ростом. Молодцы. Там вроде ничего нету, кроме серверов с Майнкрафтом. Которые, кстати, так и не вернули. Да. Вот сволочи. Бывает. Ох ты ебака, вот это ебака, это, понимаю, сварочный аппарат. Подсадите, пожалуйста. Это один болтик большой, чем он. Срань господня, вот это дура. Блин, упал. Это инженерная штука, я его веду как ценный артефакт. Ядрить его в корень. Ой, господи, не шмаляй Фиксика, я инженер. Что за хуйня? Свет, берите! Все, давай включай лифт. Ужас, это у кого не сварение такое? Я не вижу ничего. Да где вы, блин? Парни? Там мы сами слепые. Осторожно, не задави меня! О, тихо. Вот я, не задави меня. Я вижу. Что это за говно? Тут все бэушные. Тут даже ядерный реактор почему-то, блин, красным светится. Протокол, он вообще травить не должен, а с него тут льет что-то. Его, наверное, решили заварить, можно так сказать. На всякий случай. Боже, включай! Мы по-моему фиг! Какие-то мудаки зеленые! Нам шепот, ты понимаешь? У нас есть пистолет, и мы можем его ликвидировать. Давай! Текай! Я его убил! Да? Ох, бляха! Я Фиксик, не шмаляй по Фиксику, я инженер. Убрай этого козла, шо ты, дядя? Я его убил, я молодец. Там еще один! Так, я съебаюсь отсюда. Всех моих друзей убило, нахуй. Ёб твою мать! Беги! Здрасте, я Фиксик, мы в жопе. Оставим все предрассудки на потом.
На MSCP-096 не смотри. Ты тут дебила в белой халат, в белом халате, в халате не видел? Он мой друг, очень, я очень люблю, он мой друг, понимаешь, я за него очень беспокоюсь. Он убежал куда-то вроде, ну если судить логически, я не знаю где. А, ну раз он убежал, значит с ним точно все в порядке, вот хорошо. Теперь ты за меня отвечаешь, я местный инженер, я фиксик, я по контракту без работаю. Без проблем. Что? Выйди нам сюда. Давай быстрей. Ё-моё. Я? Я местный инженер, фиксик. Я тут должен был заниматься инженерными делами, но как бы я посмотрел, тут проще комплекс здесь выкинуть, купить новый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.